Надо в корпус. Правые возможности. Бал красного удар, надо в корпус. На ковре. Сергей Максим, авангард Челышев, Даниил Ярополк. Готовится. 60 килограмм, 14-15 лет. Тадыр Даниила, Сизов Кирилл. Тадыр Даниил, Сизов Кирилл готовится. На! Защиту. Первым, не давай первым. Удар в защиту. Бал синего нога в корпус. Бал бойцу с красным поясом. Удар в защиту. Удар в защиту. Равный. Удар в защиту. Не надо. Равный возможность. Активность красного за бросок. Подбирайся. Давай работай. Раз, два. Пал красного, да, на пал красного, рука в голову. Стоп. Еще. Сам работа первым. Выход красного. Предупреждение бойцу с красным поясом за выход. Один бал бойцу с синим поясом. В этом поединке с минимальным преимуществом со счетом 6-5 победу одержал боец с красным поясом. Бал красный, нога в корпус. Бал синий. Два балла синий. Нога в голову. Давай, зарабатывай. Хорош, челлендж. Хавай. Бал! Защита. На ковер номер один приглашается финальный поединок 46 кг 14-15 лет. Филалов Аслан, Киреев Олег. За ними через 5 минут после завершения этого боя готовится финал 14-15 лет 50 кг. Басов. Бал синий. Курасов Михаил. Басов, Курасов готовится. Давай. Челышев, работа в круг началась, круг работы. Ну давай в круг работай сам. На защиту. Я забрал клинч, Челыш, не давай. Тяни время. Надо время тянуть, работай. Встреть его просто, прямой сейчас. Красная нога в корпус. Все. Вода. Переоценки. Как здесь твои забрал? Все. Может, пока я не въебал. Счет встречи 5-7. Победу по баллу одержал боец синий пояс. Помоги. Ты где можешь проебывать? Бал, бойцу с красным поясом. О, наш чемпион. Эй, что за анаконда, блядь?